Hey everyone, Айрат Сафин, канал Food Style. И сегодня я вам покажу, как сделать классный клубничный тирамису. Все знают, что я не очень большой любитель десертов, но я их готовить умею, люблю. И очень вкусно можно сделать из обычного тирамису клубничный тирамису, добавив всего лишь 4 ягодки клубники. Смотрим ролик, наслаждаемся, получаем удовольствие, подписываемся на канал обязательно, оставляем комментарии и лайки. Вот так вот за 15 минут на ваших глазах я сделал прекрасный, красивый, очень вкусный клубничный тирамису. Пробуйте,
оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Не забывайте о том, что мы существуем и существуем ради вас. Айрат Сафин, Фудстайл. Пока-пока.